Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео у нас очень много новостей. В начале традиционно три победителя по 500 золота из прошлого видео. Если вы играете на Руба и Регионе, можете под этим видео тоже участвовать в розыгрыше золота. Писать свои комментарии в конце никнейм. Помимо YouTube видео также загружаются в группу ВКонтакте и можно смотреть либо в группе просто ВКонтакте, либо в приложении на телефоне ВК-видео. Там тоже можете оставлять свои комментарии, если хотите участвовать в розыгрыше золота. Поскольку к концу года намечаются какие-то там мягкие, не мягкие или какие-то там блокировки ютубов, видео продолжат выходить в ВК-видео. В любом случае, чтобы там с ютубом не происходило, это не единственная площадка, на которую можно выкладывать видосы по танчикам. Первая новость, о которой поговорим, это конструкторское бюро, которое все-таки случилось. Танк разобрали за минуту, а то может быть и меньше. Именно с 3D стилем. Всего танков 90 тысяч. И первые 30 тысяч танков были с 3D стилем. Их разобрали буквально за считанную минуту одну. А то и кто-то говорит за полминуты, кто-то за полторы, но улетело оно очень быстро. Очень сильно печалит это то, что у некоторых произошли ошибки во время того, как они свои ресурсы пытались слить на этот танк. Это очень сильно печалит, поскольку, угадайте, успели ли они еще раз ввести свои ресурсы, особенно если их было много, чтобы получить 3D стиль. Если танк улетел буквально за минуту. Я получил танк с цифрой 12666. Немножко на нем поиграл, были одни сливы, средуха у меня получилась 1900. На танк играть невозможно, поскольку рандом убит тем, что по пол команды собираются этих компанзеров. Играть в это вообще невозможно. Настроение испорчено, куча ресурсов слита, я чувствую себя каким-то лохом. Но я уже привык, поскольку это не первое конструкторское бюро. После каждого конструкторского бюро я себя так чувствую. Настроения нет никакого, рандом испорчен, ресурсы отданы на какой-то танк на самом неприятном уровне и самом дорогом уровне. Радости полные штаны. А говорю как есть, думайте сами. Я сказал ровно то, что чувствую каждый раз, когда проходит конструкторское бюро. К слову про танк. Он неплохой, он не имба. Есть огромное количество прокачиваемых танков сильнее него, но есть еще больше танков, которые слабее. Стоит ли так сильно убиваться за этот танк, решайте сами. Я считаю, что это мероприятие нужно как-то либо изменить, либо доработать, поскольку в нынешнем виде оно больше похоже на какие-то собачьи гонки. Было бы весело, если бы разработчики с такой же механикой за полминуты пытались бы успеть себе зарплату снять в банкомате. Вот это было бы реально ржачно. Я думаю, тогда механика бы сразу изменилась. Итак, следующая новость – это 5 вещей, которые нужно сделать до 6 сентября в боевом пропуске. Если вы не выбрали еще главу и просто играли, то ваши очки все равно копились, и нужно выбрать хоть какую-то главу, чтобы пофармить за уровни награды. Также нужно не забывать, что нужно выбрать трофейное оборудование за 3 жетона, если хотите, поскольку эта возможность пропадет, когда закончится боевой пропуск 11 сезона. Также нужно потратить все очки боевого пропуска 11 сезона, поскольку они пропадут. Также оставшиеся жетоны нужно решить оставить на 12 сезон, который будет после 6 сентября, либо тратить в этом в 11 сезоне. Посчитать там, на какой танчик вам хватает, не хватает, хотите вы его, не хотите, или что вы будете с ними делать. С этими жетонами вам нужно это решить до 6 сентября. Также еще стартует акция «Боевые задачи с Днем Российского Флага» с 22 августа по 26 августа. Добавлю ссылку в описании, там нужно будет зайти, нажать кнопочку «Активировать промокод», который действует в мире танков и даже в кораблях. Там дают дни према, X5, флаг триколор, различные там декальки. Также задачки, я так понимаю, они будут активированы уже сами сразу. Там задачки не сложные. Но все равно поиграть придется. Там задача сыграть бой, нанести 15 тысяч урона за любое количество боев, 15 раз попасть в топ-7. Поиграть какое-то количество боев, конечно, придется, но и награды тоже там. Резервики, демонтажные наборы, камуфляжики и так далее. В общем, обычные задачки как задачки. Очередные праздничные задачки. Также еще задание от Кирилла Орешкина. Там тоже нужно поклацать «Активировать задачи» 2 раза. Ссылку добавлю в описании, зайдите, поклацайте кнопочку. Очередные мероприятия, поклацать кнопку. Ну и последняя новость, которую хочу рассказать, это продажа GSOR 1010FB. Первый британский колесник. Через 8 часов стартует продажа этого танка. Я записываю это все в 19 МСК.
То есть в 3 часа ночи, насколько я понимаю, стартует продажа этого танка. Вроде как, типа, можно экипажа к себе подкачать заранее, пока ветка не вышла. В обзоре десятки, который на канале есть, можно посмотреть, рассматривалась проблема экипажа, поскольку там 3 члена экипажа и командир перегружен. Поскольку командир у нас и командир, и радист, и заряжающий, наводчик тоже у нас наводчик и заряжающий, а мехвод у нас прохлаждается, он всего лишь мехвод. Этот экипаж очень сильно перегружен в области командира. Экипаж Centurion Action X сюда не подходит, поскольку там перки не совпадают. Поэтому желательно экипаж реально иметь отдельный. Но это не значит, что этот танк нужно покупать. Это всего лишь один из поводов, поскольку покупать танк только ради экипажа, ну такое себе. Здесь на сайте у нас в новости рассказывается, что у него альфа 360, сведение 2 секунды, скорость 60 км. Но это все прикольно и понятно. Но я на нем еще, допустим, не играл. Не знаю, сколько он будет стоить. У меня есть некая сумма небольшая. Но я сомневаюсь, что он будет продаваться за 1800, поскольку у меня больше нет. Дадут ли нам покататься на пресс-аккаунте, тогда точно покатаю. Если его надо будет прям покупать, хватит ли денег, не знаю. Но показать вам его нужно, поэтому постараюсь вам всеми силами его показать. На десятке на тесте я покатал, в принципе геймплей этого колесного британского СТ мне понятен. Если прем-танк будет похож на этот геймплей, то в принципе для статистов это реализуемо, но танк не будет прощать ошибок. Чисто для статистов, для разнообразия покататься, или для бывалых танкистов, у которых все есть, все прокачано, они на всем наигрались и хочется разнообразия. В общем, посмотрим, чего гадать. Пишите свое мнение в комментариях про данные новости, которые я вам рассказал. Постараюсь в описании, прям в начале описания, добавить все ссылочки, где надо кнопочки поклацать. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, пока.